Что нам нужно сделать? Что мы можем сделать?
для того, чтобы разобраться с ними. Помимо тем не менее, мы несколько моментов должны рассмотреть, как мы реагируем на это вопросное желание. На самом деле, надо понимать. Трудно человек, причиняя нам мозг, не надо взять внимание на себя. Вот так. Ты думаешь, что ты будешь этот человек? Он так вот этот мозг. Почему он так поступает? И этот трудный человек, который тебя реагировал, хоть на нем не будешь. Но всегда крайне важно обратить внимание на то, что происходит при встрече с трудным человеком в нашем мире. Вот это для нас не привычно. Но очень важно посмотреть на те реакции, которые происходят с нами. Вот, совсем недавно меня спросили, как быть с человеком, который меня помогает не всегда первым страдать? Что с ним такое? Они говорят, а что там еще с тобой такое? Кто тебя помогает не всегда первым страдать? Твое состояние – это звонок, посмотри с тобой и порядок. Ну что ж, сейчас мы пытаемся посмотреть на себя, когда мы сталкиваемся с трудным человеком. Есть три позиции, моментные или три позиции, которые нам свойственны, когда мы сталкиваемся с трудными людьми и попадаем в трудные отношения. Итак, первая позиция – это самопереживание, вторая – обвинение других, и третья – это личная ответственность. В общем-то, когда мы попадаем в сложные, трудные отношения, мы где-то на одной из этих трех позиций находимся. Ну, а сейчас мы посмотрим на наши реакции, когда мы находимся в этих позициях. На что нужно обратить внимание? Что мы говорим себе? Что мы чувствуем? Как мы общаемся? Что мы делаем? Нам нужно посмотреть на язык нашего тела. Значит, конечно, нам попытаться понять, к какому результату приведет нас такое. Итак, когда мы находимся на позиции самопереживания трудных отношений, что мы говорим себе обычно? Мы говорим, мы находим уничтожительные слова, мы уменьшаем себя, мы дорогим себя, мы можем даже обзывать себя. То есть любыми путями, любыми методами мы обвиняем себя и унижаем себя. Это тоже действительно зависит от трудных отношений, так что вы пытаетесь избавиться от реализации и прочих проводимых себя. Если человек находится в ситуации обвинения другого, то что он говорит? Вот это мы очень хорошо знаем, что говорит себе человек, когда находится в ситуации обвинения другого. Потому что очень часто, попадая в трудные ситуации, мы обвиняем другого. Ну, знаете, что мы говорим? Такой год. Мы придумали изощренные эпитеты для того, чтобы охарактеризовать поведение нашего врага. Мы всячески собственные глаза унижаем этого человека. И если все-таки мы находимся на позиции личной ответственности, то мы раздумываем ситуацию, мы ведем внутренний диалог с этим трудным человеком, не обзывая его, не унижая его, не унижая себя, мы пытаемся Мы готовы признать свои ошибки, мы готовы найти пути для выхода из трудной ситуации. Смотрите, когда мы обвиняем себя или трудного человека, мы не ищем пути для выхода из трудной ситуации. Мы просто занимаемся обвинением. Или себя, или другого. Но если мы находимся на своей личной ответственности, то мы находимся в состоянии поиска. Мы молимся. Мы думаем, мы рассуждаем внутри себя о том, как нам лучше выйти из этой трудной ситуации. Что мы чувствуем, сердце? Когда мы находимся в ситуации самообвинения, мы испытываем негативные, депрессивные чувства.
Вы обвиняете себя, вы внутренне плачете, вы переживаете, вы плохо спите, вы очень тяжело плачете, и вы чувствуете себя самым ничтожным человеком на этой земле. Только вы видели эти трудные ночи. Если мы обвиняем другого, то наше сердце исполнено гнева, ярости, раздражения и ненависти в отношении другого человека. Если я пребываю на позиции личной ответственности, то вот что очень важно, во мне нет ненависти, неприятия этого другого человека или самого себя. Мне может быть больно от того, что у меня устроится отношение с этим другим человеком. Я могу переживать о том, что я не нахожу выхода из трудной ситуации. Но вот важный показатель, личный ответ, я сказал, личной верности. Я не ненавижу этого человека. У меня нет ярости и неприятия этого человека. Мне больно, может быть, что он себя так ведет. Но я не исполнен негативных ярости, чувств в отношении этого человека. Вы еще не знаете. Хорошо. Тогда мы пойдем дальше. Следующее, на что нам нужно посмотреть. Как мы общаемся? Всегда, когда мы находимся в трудной ситуации, если я обвиняю самого себя, я готов принимать любую критику в свой адрес, я могу еще что-нибудь добавить в свой адрес, и я настолько могу заморозить человека в стартовой ситуации, что это будет еще больше обозначать отношение меня. Если я обвиняю другого, который настроит обвинять, то вы знаете, как на месте, да, кто-то виноват. Мы находим слова, такие болезненные слова, которые принесут больше нашу брату еще боли. Мы находим слова, которые еще раз подчеркнут нашу правоту, наше достоинство и неправоту, и недостоинство этого трудного человека. Если же я нахожусь в состоянии личной ответственности, то можно, когда я выстраиваю диалог с этим трудным человеком, я делаю все, чтобы его услышать. Обратите внимание, не отвечу себя, не отвечу его. Я делаю все, чтобы услышать этого человека. Вот это лично делать. Следующее, что мы делаем? Очень часто, когда мы обсуждаем ситуацию самообвинения, трудные отношения, то мы предпочитаем спрятаться от них. Мы пытаемся обвиниться высокой степенью трудного человека, чтобы не встречаться с ним, чтобы не переживать дополнительную боль, мы говорим сами себе, даже не так знали, какой я. Но если я обвиняю чувствого человека, и у меня сердце настроено на обвинять, то я не человека. Знаете, мы сегодня попали, положим муж и жена сегодня трудают вечером. Сказали друг другу много ласкового слова. Разная комната, где не спать, целую ночь думали о тех комплиментах, которые они все-таки не успели друг другу сказать. Что они делают утром? Нам не дождаться утра, а не могут. Потому что они не спят.
знаете, утром такой учитель, во время которой они готовы делиться друг с другом самыми красивыми, которые в кавычках объединяют. Когда ты находишься в состоянии объединения, ты ищешь ты ищешь борьбы, Thank you.
Но это то, что
Ты делаешь какое-то дело, а у тебя мысли о проекте твоем любимом. То есть, вот эти негативные ситуации сами, когда молчим, мы проблему не решаем. Есть другой молчим. Вот этому молчанию нужно учиться. Этому молчанию мы приходим тогда, когда мы молчаемся, молимся о нашем когда ты учишься приносить свои чувства, субъективные чувства Богу, когда сердце твое находит покой в Боге, тогда ты начинаешь сердцем слышать своего ближнего. И многие эти знаки этого молчания, которые бывают между двумя любящими людьми, когда но это молчание исполнено такого смысла, который превосходит то, что можно сказать словами. Вот когда мы так умеем молчать, вот в таком молчании мы слышим человеческое сердце лучше, чем слова. О, какой-то особенный тур, что есть такой заставник, я бы сам его прочитаю. Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова почти ничего не передают. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно, именно в молчании, заведенных всякого словесного выражения. О, Наталья Ильича, есть замечательное стихотворение, я очень люблю эти слова. Страх Божий, помни, с Богом жить глаза в глаза, боясь разрушить хрупкое заключение. Вот это Божий. Так вот иногда у нас получается с вашим жизнью, христианом, глаза в глаза. Ты чувствуешь это разрушение, хрупкое, которое между тобой и этим человеком, и ты понимаешь, такому молчанию нам нужно учиться. И такому молчанию нам нужно идти всю жизнь, идти от молятия, потому что это то, на чем строится подлинное общение. Следующее, что нам нужно сделать, когда мы уже научились молчать, или учаясь молчать, нам надо научиться слушать. Вы знаете, в Библии есть жертвы, много слов о том, как важно слушать. Ну вот, например, книга притчи, 18 глава, 13 стих. Тот же этот ответ не выслушал, тот глуп, искренний. Дальше. Всякий человек забудет форма слышания, медленно слова и медленно дело. Вот из этого и все у меня немного наоборот получается. Скоро на дело, скоро на слова и медленно слышание. Не знаю, как у вас, но вот как-то вот так получается. Поэтому каждому из нас нужно научиться вот быть скорой на слышание, а потом уже на все. Я сейчас хочу перейти вам слова Милана Кундеры, это известный современный писатель, и Жака Слоне, и потом на слышание. Вот послушайте, какие слова. Наша жизнь представляет собой не что иное, как борьбу за возможность быть услышанными другими людьми. Не так, умение слушать – это отличный подарок, его принято приятно и пройти, и зайти, и получать. И еще. Слышать. Вот мне очень нравится это слово. Слышать – это значит погружаться в реальность говорящего. Нам нужно слушать, особенно когда мы оказываемся в трудных отношениях. Нам крайне необходимо слушать. Мы будем всегда в трудных отношениях. Слышим свою боль. Слышим слова нашего артистика. Так они не переживают наше сердце, но мы не слышим его сердце.
Тогда она уходит в путь до конца. Думает, можно ли жить своим предметом? Нам нужно предметом разместить город в море. Он говорит, что она смотрит и подумает, что это правда. Только так мы можем обрести предметом покоя. Когда мы сердце будем когда у меня сердце в покое, нам вспомнила, что нема. Я никогда не смогу услышать своего предмета. Никогда. Если я не умею слышать Бога, я не могу услышать своего предмета. Если я не могу слышать своего предмета Бога, я никогда не смогу услышать голос своего предмета. Слушайте его словами. Каждый должен услышать, что Бог говорит его. Но и вот теперь мы пришли к вам и с вами к тому, что нам необходимо учиться общаться. Я даже не трудно ситуацию. Мне трудно в этой жизни. И я даже не знаю, слушай, если нет ли у тебя, если вы не можете мне поверить, вот каких-то пару, вот этих мальчишек, вот я вам буду так сказать. Если кто-то говорит, значит, пойди и скажи ему вот это и вот это. Вот тогда ситуация наладится. Не надо. А ты не разберешься с ним. Не надо. А ты не научишься вот этому вот продуктивному созидательному молчанию, о котором мы говорили. Пока ты не научишься слышать своего врага, не наладит ситуацию. Знаете, это просто бедствие, что я вот сейчас сегодня так скажу, что все понятно, что вы не так. Я вот эти бедствия, на моем подошли к вам не общение. Вам нужно научиться общаться. И снова длинная беда. Вот сегодня я победил в длинной ситуации, что вы можете делать? Какая страна хорошая, что не можете видеть от обычности? Давайте мы читаем книги. И поражаем. Каждый человек это наиболее универсальная страна. Да, дать вам пророку конфликт, не научить вас, что отдать вам для того, что я не полный открытый. Нет, не говорить о том, что не придет пророку конфликт. Но когда я отдаю вам самого себя, когда отдаю себя целиком, насчет вашего понимания, желание понять на таким, гораздо меньше, чем вы страшно деловые, чем вы не можете идти для вас, тем спокойно за себя с вами и хорошо поговорить о том, что я на самом деле, что я в жизни не чувствую по отношению к вам, поговорить о себе, о вас, о нашем прошлом, настоящем и будущем. И только все дело, что пока я не приложу вам этого дара, такого вообще, я не даю вам ничего. И нет никакого другого инструмента, чтобы заглянуть в Бог и возвести. Уважаемые, сейчас родители думают, что самое важное, что они делают для своих детей, задевают их, кормят их, заставляют их учиться, воспитывают их, учат, что нужно для себя. И ведь самое важное, что мы можем делать для своих детей. Это вот так. Самое важное, что мы можем сделать для своих детей, для своих мужей, для своих жен. Это не дела.
Не могут сказать, что они
Когда она знает, что вам нужно найти
Thank you.
Thank you.